Здравствуйте, друзья и не друзья, все равно привет. Сегодня я вам расскажу, как при помощи браузера Opera можно заходить в заблокированные сайты. Итак, начнем. Начнем с того, что мы установим на компьютер браузер Opera. Открываем наш браузер. Заходим на сайт, откуда будем скачивать программу. Вот с этого сайта мы и возьмем. Вот браузеры, у которых устроена виртуальная частная сеть, которая сокращенно называется VPN, не так уж и много, их всего лишь три. Вот Opera браузер, Tor браузер и браузер Globus. Как видим по оценкам, 4.7, 3 и 2 наибольшие оценки имеет, конечно, браузер Opera. Вот мы его сейчас и загрузим, вернее установим на компьютер. Открываем ссылку. Переходим по этой ссылке. Нам предлагают скачать браузер с функцией VPN. Нажимаем «Скачать». Так. Дальше нас перекидывает на выборку ссылок. Вот здесь, значит, ссылки на все ваши вкусы и выборы. Здесь для Linux, для операционной системы есть, для Windows XP портативная версия. Ну, а меня интересует Windows 10, у меня стоит система и 32 бита. Вот я эту ссылочку и скачаю. Вот она, пошла закачка. Ждем, пока закачается. Так, браузер закачался. Нажимаем «Показать все». «Показать в папке». Тут у меня аж две закачки. Одну я уберу, чтобы не путаться. Теперь мы можем браузер Chrome отключить. Он практически нам не нужен. Запускаем программу setup установки. Но я, как правило, запускаю от имени администратора. Вы можете просто запустить. И пошла установка. Нам предлагают вот установить или посмотреть настройки. Давайте заглянем в настройки, что у нас тут предлагают в настройках. В настройках нам предлагают русский язык и установить для текущего пользователя Иван. И установить папка USR Иван. А куда дальше, непонятно. Давайте и изменить. Давайте я ничего менять не буду, а просто нажму дальше «Установить». Ну, пошла установка. Ждем, пока установится программа. Она это будет дело не очень долго, она быстро устанавливается. Практически все, программа установилась. Закрываем эту штуку и запускаем установленный браузер Opera.
здесь. Ну вот, браузер установился. И теперь давайте посмотрим. Значит так. Теперь надо зайти нам в настройки и найти такую штуку, как и находим закладки. Дальше переходим и нажимаем импортировать закладки, настройки. Сейчас. Вот. Нам предлагают импортировать закладки с браузера Chrome, или если мы тут развернем, с браузера Internet Explorer, ну и с файла. Но я буду экспортировать с Chrome. Нажимаю импортировать. Ожидаем. Все, нам сообщает импорт закладок и настроек завершен. Нажимаем готово. Можем закрыть настройки. Теперь у нас появилась в закладках новая закладочка, панель закладок. Если мы нажмем, то здесь появятся у нас закладки, которые мы экспортировали, вернее импортировали с браузера Chrome. Так, и теперь зайдем на сайт мой IP-адрес. Сейчас вот он открывается. То мы увидим IP-адрес. Вот это мой IP-адрес моего провайдера на Донбассе. Здесь уже указано мое местоположение. Местоположение Украина, Первомайск. Если я теперь попробую с этим IP-адресом зайти на какой-то украинский заблокированный сайт, я могу не попасть туда. Давайте посмотрим, как это выглядит. В адресной строке я завожу запрос. Так вот, похороны пулеметчицы в Харькове. И нажимаю Enter. Теперь беру вот этот сайт. Харьков простился с пулеметчицей 54-й бригады. Это сайт Цензор украинский. И посмотрим, что нам покажут. Нажмем открыть. Вот идет загрузка. Ждем, пока загрузится. Так, и вот результат. Не дается получить доступ к сайту. То есть хохлы не очень хотят, чтобы мы с Донбасса читали их новости. Ну, что-то они для не очень гостеприимные. Ну, это небольшая беда. Значит, мы выключаем эту укладочку.
Заходим вот сюда, в это колечко обручальное. Находим настройки. Проворачиваем, листаем страничку, доходим дополнительно, нажмем. И здесь ищем вот такую штуку. Вот. VPN. Наша виртуальная частная сеть. И включаем ее. Включить. У нас возле адресной строки появился значок VPN. То есть, если мы теперь нажмем его, вот, то видим, что VPN, частная сеть, включена. Давайте теперь зайдем опять на тот же самый сайт, на который мы не хотели нас хохлы пускать. Та же самая пулеметчица. Открыть. Ждем, пока загрузится. Так. Ну вот. И мы, оказывается, нас не пускали через двери, но мы залезли через окно. Все-таки мы тут хохлы пишут, мы все-таки почитаем. Теперь мы можем полистать и посмотреть, какие похороны, картинки, прочее, прочее, прочее. Если мы теперь зайдем и посмотрим на сайт мой IP-адрес, посмотрим, откуда ж мы все-таки вещаем. Вот здесь вот. А, включенный. Так, перезапустим. Вот, вот IP-адрес, с которого мы зашли на украинский сайт. Где мы проживаем? Оказывается, мы проживаем в Нидерландах, в Амстердаме. Ну, вот так вот. Теперь нам, если нам не нужен, скажем, виртуальная сеть, мы нажимаем на значок и вот здесь вот нажимаем выключить. Если мы теперь опять зайдем на проверку нашего IP-адреса, узнать свой IP-адрес. То мы опять очутились на Донбассе. Местоположение Украина и IP-адрес моего нашего провайдера. Ну, вот так примерно все. Можно заходить на закрытые сайты. Я думаю, всем понятно. Что непонятно, можете написать в личку. До свидания, всего хорошего.